А с вами Юлька. Сегодня я нахожусь на первом дне StarCon 2017 и попытаюсь показать вам все самое интересное, что тут есть. Ну, для начала реклама. И да, я знаю, что я размытый. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Я обожаю Marvel и Стражи Галактики. Он залез на меня, Артём! Ракета, можете дать интервью по поводу следующего фильма? Он похож на моего кота, только волосатого. Ты такой милый. И твои тоненькие острые коготки впиваются мне прямо в мясо. Скажешь что-нибудь? Ему жарко. Почему я здесь? Что мне делать? Что я ищу? Я просто хочу 10-минутный ролик. Бля, Тёма, я срать хочу, что пиздец, не знаю. А, вот, погоди, извини. О, смотри, это он, походу. Извини, а ты топа? Нет. Верится с трудом. Здесь мы видим трусливых людей, которые боятся попробовать наркотики. Наркотики — это плохо, но трусость еще хуже. Не советую вам ни того, ни другого. О, смотрите, отрезанные головы. Господи. Ладно, поставим обратно. Я сделал. Тём, я еще минут на 40 отойду, извини. Я знаю, как улучшить. Напас! Лавандос! Видите, как бы рекламный проект, который выпустили ребята, чтобы поддержать наш сериал, который выходит на канале Кузьмы. Они как бы помогают нам в конкуренции. Такие ребят, ну, ладно, мы тоже сделаем серик, чтобы вам как бы не так скучно было. Парень с дредами, возможно, он косплеит Децела, возможно, просто кто-то впустил бича. Тёма молодец, я ему даже не говорил, что надо снимать, он сам все понял. А можно встать перед всеми ними и делать вид, что ты ими командуешь. Вот так вот. Сейчас я попробую телепортироваться в другой мир, в мир, где я не скатился, не снимаю реакции, кейсы и рекламу, где я делаю качественный контент. Давайте, раз, два, три. Не вышло, извините, поэтому ждите новой рекламы! Когда наступает тот момент, когда ты считаешься косплеером? Вот ты одел ушки, ты еще не косплеишь женщину-кошку или, в принципе, кошку. Ты надел хвостик, ты все еще придурок с кошачьим хвостом и ушками. Где та грань? Я не знаю. Да, это мой автомобиль. Эту песню себе на MP3-плеер парень скинь. Да, это мой автомобиль. Эту песню себе на MP3-плеер парень скинь. Когда я был помельче, я смотрел активно аниме, я смотрел где-то 110 тайтлов, наверное. И я несколько раз ходил на аниме-сходки. Ладно, не несколько раз, я много раз ходил на аниме-сходки. И StarCon мне напоминает одну большую аниме-сходку, только на уровень выше. О, это Дэдпул, давайте у него что-нибудь спросим. Как тебе StarCon? Можешь наколдовать мне просмотры? Нет. А можешь наколдовать, чтобы я не скатывался? Прости, магия здесь не поможет. 1xBet, ссылка в описании. Мы только что вошли не в тот вход, нас выгнали, потому что это косплеерский вход, и Тёма пошутил хорошую шутку. Мы косплеим хороший контент. И мне кажется, у нас не получается. Вот этот чувак вообще не выходит из образа, я видел, как он ходит и делает странные штуки, типа пялится на вещи, странно себя ведет. Я боюсь, он
Может ударить Артема, пока тот его снимал? Хорошо, что? Тема, берегись! Ладно. Подловил. Ой, что сейчас будет? Он не испугался. Отстой. Так выглядит, как будто он пытается меня разглядеть. Я тут, парень. Вот он стою, да. Он даже не знает, что станет звездой. По-моему, команда Ю звучит намного круче, чем команда Э. Всем пока.